Короче, я сижу, жду рентген, и меня начинает тошнить. Меня сейчас блеванет. Фу. Блин, понимаете, меня отправили сейчас вот в эту вот детскую поликлинику, чтобы делать рентген и все такое. Типа, по идее, они должны мне сделать рентген в приемном покое. Хорошо то, что эта детская больница не так далеко от приемного. Я сейчас пытаюсь доковылять до этого приемного покоя, блин. Кстати, у меня реально там есть перелом, вот. И там какая-то фигня отсоединилась. Короче, какая-то кость отсоединилась от другой кости. Блин, я не знаю, как вам объяснить, мне просто самой как-то странно объяснили. Я ничего не поняла, я в этом мешала.